Και έτσι έχουμε συγγένεια με το ρώσικο λαό. Και γι' αυτό το λόγο, τόσο που μας συνδέει η ποινή πίστης, αλλά εδώ στο νόσο τα δύο χρόνια. Τρεις-τέσσερις μαζί, οι δύο να βλέπουν ότι κινείται και ένας λέει, εγώ δεν βλέπω. Γιατί бывает тоже так, что когда стоят три человека, когда она качается, мы видим, что она качается, третий не видит. И говорит, что она качается. Говорит, что сильный на днях произошел чудо, ты приехал, ну, и сразу тебе позвонил. Και εγώ είπα, πες κάτι. Πες κάτι για τον Άγιο. Την ώρα είχα βγάλει ένα φάκελο που μου είχαν δώσει ένα γράμμα. Και δεν είχα βγάλει. Долги наши, яко же мы оставляем должником нашим, и не видим нас искушения, но и хвали нас от лукавого. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, имени Христа, веки веков, аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Благослови Христе Боже, есть и те раба молитвы, почисти Твоей Матери, все святые, как благословят и силовики, аминь. Thank you.